самый обыкновенный пластиковый стаканчик. Появившийся впервые в начале 50-х годов, он за полвека стал таким популярным, что сегодня только в России в год производится около 15 миллиардов таких штук. Но как же его делают? Оказывается, он рождается не где-нибудь, а вот здесь, в глухом лесу. Если быть точнее, под этим лесом на глубине 2000 метров под землей. Мы проследим путь обычного пластикового стаканчика от добычи нефти до вашего стола. И вот увидите, он не так прост, как может показаться. Сегодня нам представляется, что пластиковый стаканчик с нами уже очень давно. На самом деле, впервые эту одноразовую посуду изготовили в России только в середине 90-х годов. В Советском Союзе их не делали, так как не существовало культуры быстрой еды, фастфуда. В кафе и ресторанах использовали либо обычную бьющуюся посуду, либо бумажные стаканчики, которые быстро начинали протекать, пачкая руки и одежду. Именно западные сети быстрого питания и привели за собой в нашу страну этот удивительно простой, но при этом невероятно удобный предмет – стаканчик из пластика. Хотя технология по изготовлению пластиковой посуды была изобретена не в России, оказалось, что она как нельзя кстати подходит именно для нашей страны. Дело в том, что практически все пластики производятся из углеводородов – нефти либо газа. А этого и другого в России достаточно. Правда, чтобы достать их из-под земли, нужно постараться. Фонтан черного золота, бьющий из-под земли. Сегодня увидеть эту картину можно только на архивных кадрах. За 60 лет промышленной добычи углеводородов в России нефтеносные слои истощились настолько, что теперь нефть нужно выкачивать. Сама наверх она не пойдет. Но сначала ее еще нужно найти. Этим занимается буровая, огромная, иногда 70-метровая вышка, которая сверлит в земле длинное и узкое отверстие – скважину. Бура опускается в скважину вот на таких буровых трубах. Их длина от 8 до 12 метров. Они просто навинчиваются одна в другую, и таким образом их длина наращивается до нескольких километров. Завинчивает их вот такой автоматический ключ. Принцип действия, как у обычного водопроводного, только он очень большой. Причем этот ключ не только завинчивает бурильные трубы, но и вращает всю собранную таким образом конструкцию вместе с самим буром. Скорость проходки при этом очень медленная – 20-30 сантиметров в час. А так как нефть залегает на глубине в несколько километров, то чтобы добраться до нее нужны недели или даже месяцы. Грунт из скважины вместе с водой поднимается на поверхность, здесь процеживается и сбрасывается рядом с вышкой. Кстати, по его цвету сразу можно определить, на какой глубине сейчас находится бур. На 700 метров здесь идет красная глина, а потом начинается известняк. Ну вот, судя по всему, пробурились километра на полтора. Хорошим знаком будет, когда грунт станет темно-коричневого, а еще лучше черного цвета. Значит, дошли до нефтеносного пласта. Сложность и опасность заключается в том, что выше нефти зачастую пролегают водоносные или газовые слои. Иногда они находятся под огромным давлением земли, которое сжимает их собственным весом. В итоге, когда бур доходит до такой полости, происходит эффект воздушного шарика, проткнутого иголкой. Нефтяники называют это «выброс». В этом случае приходится просто ждать, когда давление под землей уравняется с давлением на поверхности и скважина успокоится. После этого бурение снова продолжают. Любые неприятные сюрпризы и трудности, которые подбрасывает нефтяникам природа, стараются преодолевать. Скважины не бросает, ведь одна стоит от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей. Когда, преодолев все сложности, нефтяники все-таки добираются до так называемых нефтенасыщенных залежей, начинается освоение скважины. Ее стенки цементируются, благодаря чему десятки различных пластов отделяются друг от друга. Это называется предотвращение перетоков. И делается это не столько для того, чтобы в нефть не попало что-то лишнее, это как раз не страшно. Главная задача, чтобы сама нефть не попала в водоносные пресные слои.
Так что если скважина освоена правильно, из родника рядом с ней можно без опаски пить чистую воду, а прямо на полях, где стоят качалки, заниматься земледелием. Вышка бурит скважины так называемым кустовым способом. То есть после того, как она добуривается до нефти в одном месте, туда ставят качалку, буровая сдвигается на несколько метров вбок, она забуривается снова, потом еще раз. В итоге получается целый куст, на котором может вызреть гроздь из нескольких десятков качалок. Как правило, такой куст формируется вокруг одной нагнетательной скважины. Через нее в нефтеносный слой закачивается вода. Гигантское количество воды. Под землей она смешивается с нефтью, и получившийся раствор, его еще называют флюид или эмульсия, уже выкачивается на поверхность. Чистой нефти в таком флюиде всего лишь от 10 до 30%, в зависимости от месторождения. Но только так можно придать пласту энергию и заставить нефть подняться наверх. Станки-качалки. Именно они чаще всего ассоциируются с добычей нефти. Чем-то напоминают деревенский колодец «Журавль». Ну и принцип действия у них примерно такой же, только глубина этого колодца около 1,5 километра. Вот этот плунжер, совершая поступательные движения, выкачивает нефть на поверхность. За сутки одна такая качалка может добыть до 40 кубометров. Если посмотреть на разрабатываемое нефтяное месторождение сверху, то можно увидеть только несколько качалок посреди тайги. Но схема коммуникации этого места представляет собой настоящую паутину. От каждой качалки отходят небольшие нефтепроводы, которые соединяются в одну большую кустовую трубу. Она, в свою очередь, через сеть насосных станций идет к пункту сбора нефти. От него в обратном направлении к нагнетательной скважине подводится вода. Также каждому станку и каждому насосу подведено электричество. И на каждом основном узле еще и стоят датчики обратной связи, чтобы отслеживать неисправности. Это можно сравнить с городскими коммуникациями крупного мегаполиса. Только здесь все это спрятано в непролазной лесной чаще. Чтобы не тратить множество сил и средств на прокачку по трубам пустой воды, эмульсию стараются обезводить максимально близко к месту добычи. Это происходит на пункте сбора нефти. Процесс отделения нефти от воды, в принципе, напоминает процесс получения сливок из свежего молока. Эмульсия просто закачивается вот в такой резервуар, он называется сепаратор, и здесь спустя некоторое время фракции разделяются сами по себе. Вода остается снизу, а более легкая и плотная нефть всплывает наверх. Она переливается через перегородку, установленную внутри сепаратора, и собирается в небольшом отсеке, откуда перекачивается в трубу. То есть операция эта незатейлива, за человека всю работу делает сила тяжести. Нужно только постоянно подливать в резервуар свежие эмульсии и не забывать все время снимать сливки. Всеми этими процессами спокойно может управлять автоматик, поэтому на таком огромном производственном участке, нашпигованном самым разным и сложным оборудованием, почти нет людей. В процессе сепарирования также выделяется большое количество так называемого попутного газа. Он скапливается в верхней части резервуара и удаляется вот по таким трубопроводам. На каждый 1 кубометр нефти приходится примерно 4-5 кубометров газа. Раньше он просто сжигался в гигантских факелах, а сегодня отправляется в котельную и используется для обогрева наших домов. Впрочем, на далеких месторождениях Западной Сибири попутный газ все еще проще сжигать, чем собирать и использовать. Только в прошлом году российские нефтяные компании спалили в факелах около 20 миллиардов кубометров. Этого количества газа хватило бы такой стране, как, например, Болгария, на 10 лет. Но в объемах прибыли от добычи нефти даже эти огромные цифры оказываются ничтожными. Нефть стоит дорого, в том числе и потому, что ее очень сложно очистить. На этом пункте происходит только предварительная фильтрация. На пути превращения в пластиковый стаканчик у нее еще множество этапов. После первичного обезвоживания нефть с этого пункта сбора отправляется дальше. Точнее, технически это все еще не нефть, это водно-газонефтяная смесь. Ей предстоит еще несколько очисток. Открываем вот этот клапан, и в трубу уходит около 1000 кубометров в сутки. Со множества таких пунктов сбора нефть поступает в резервуарный парк. Здесь она снова идет в сепараторы, где опять подвергается обезвоживанию, дегазации, обессоливанию.
Главная проблема заключается в том, что оставшаяся после первичного отстоя вода в нефти распадается на мельчайшие капельки и образует с черным золотом невероятно стойкую эмульсию. Чтобы ее разделить, применяют нагрев, добавляют различные химические реагенты, которые связывают нефть. Производят электрообезвоживание, термохимическое обезвоживание, в конце концов опять направляют отстаиваться в огромный резервуар. В сырьевом резервуаре нефть отделяется от воды еще раз. Наглядно процесс расслоения можно увидеть вот здесь, в так называемом шкафу отбора проб. Сюда выведены краники с разных уровней этой емкости. Вот внизу, на высоте 2 метров над землей, уже отстоялась практически чистая вода. А на 6 метрах скопилась чистая нефть. Получается, нефтяники тратят колоссальное количество усилий на то, чтобы убрать из нефти воду, которую они сами же в нее закачали. Но другого способа получения черного золота в России нет. Зато сложности добычи в нашей стране компенсируются количеством. Стоя вот здесь, на верхней крышке резервуара, начинаешь понимать реальные объемы добычи нефти. Подо мной сейчас 12 метров черного золота, 2000 кубов. И таких емкостей только на этом участке 9 штук. Сколько это в пластиковых стаканчиках, даже боюсь представить. Чистая нефть из резервуаров закачивается в трубу и по трубопроводу, либо по железной дороге через нефтеналивные терминалы перегоняется на НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Именно здесь из нее сделают сырье для производства пластикового стаканчика. Многие из нас часто берут с собой одноразовые стаканчики на пикники. Шашлык, свежий воздух, ну и, конечно, горячительное, куда без него. Но пить алкоголь из пластмассовых стаканчиков опасно для здоровья. Спирт растворяет полистирол и полипропилен. И прямо сейчас мы это докажем с помощью научного эксперимента. С помощью высокоточных весов замерим вес пустого стаканчика. Итак, он составляет 1,9667 грамма. Запомните эту цифру. Теперь в этот стаканчик мы наливаем экспериментальную жидкость со спиртовой долей 40%. Один из самых приятных научных экспериментов, которые я когда-либо проводил. Оставим этот стаканчик минут на 10. Итак, 10 минут прошло, теперь мы выливаем экспериментальную жидкость. Наука требует жертв. И подождем еще 10 минут для того, чтобы остатки спирта испарились и стаканчик просох. Итак, стаканчик мы в прямом смысле слова осушили. Теперь давайте снова измерим его вес. И теперь он уже составляет 9444, там еще с копейками 10-тысячных грамма. То есть на 0,02 грамма меньше. Это то самое количество полистирола, которое мы вылили вместе с алкоголем, а вы могли бы выпить. Переходите на минералку. Нынешний век вслед за каменным, бронзовым и железным можно смело назвать веком полимеров. Наш быт и комфорт держится на трех китах – полиэтилене, ПВХ и полипропилене. Из полипропилена как раз и делаются – стаканчики. И не только. В 2010 году человечеству понадобилось 50 миллионов тонн этого материала. Ожидается, что к 2020-му его потребление увеличится еще как минимум в 3 раза. Сегодня существует с десяток самых разных способов получения этого пластика. Один из самых распространенных – это выделение его из пропан-пропиленовой фракции – вязкой жидкости, которая, по сути, является отходами после того, как из нефти сделают бензин. Эту смесь прежде всего необходимо разделить. И делают это уже хорошо знакомым нам в нефтяной промышленности способом – так называемым «отстоем». Отделение пропилена от пропана происходит вот в этих колоннах. Внутри, при температуре около 30 градусов и определенном давлении, более тяжелый пропан опускается вниз, а пропилен просто всплывает наверх. Но на самом деле процесс этот довольно сложный, ведь разница в массе между этими веществами всего 2 молекулы. Получается, несмотря на то, что суть этого разделения такая же, как у отделения нефти от воды, здесь все намного сложнее.
Огромное значение имеют доли градуса и самые незначительные отклонения в давлении. Малейшая ошибка – этот коктейль высотой 25 метров снова перемешается. Чтобы такого не произошло, за процессом следит сложнейшая автоматика. Через несколько часов чистый полипропилен откачивают из верхней части колонны и по трубам передают на следующий этап производства. Для того, чтобы жидкий пропилен превратился в твердый полипропилен, нужен катализатор. Какое-нибудь вещество, вокруг которого и выстроились бы химические цепочки. Обычно для этого используется титано-магниевая смесь. Она приходит на завод вот в таких бочках. Они герметичны, потому что этот катализатор на воздухе мгновенно окисляется. Из этих бочек смесь поступает вот в этот агрегат. По своему принципу действия чем-то напоминает большой кухонный блендер. В нем порошок смешивается с вазелином, маслом, и получившаяся суспензия направляется в реактор. Туда же в реактор заливается жидкий пропилен из разделительной колонны. Вазелин, которым покрыты песчинки титана и магния, задерживает его. Он как бы налипает на катализатор и выстраивает вокруг него молекулярные цепочки. Получается многократное присоединение молекул низкомолекулярного вещества к активному центру. Этот процесс носит имя полимеризация. Преобразившийся после него пропилен называют полипропиленом. На выходе из реактора получается уже чистый полипропилен. Вот здесь можно отобрать его пробу. Это такой белый порошок, кстати, еще теплый, который не имеет ни запаха, ни вкуса. Но чтобы из него сделать пластиковые стаканчики, сначала его нужно превратить в гранулы. Гранулы делаются не только для того, чтобы упростить транспортировку этого вещества. Дело в том, что чистый полипропилен очень чувствителен к кислороду, особенно при воздействии ультрафиолета. То есть, если такой стаканчик на пикнике оставить на солнце, он попросту расплавится. Чтобы этого не произошло, в полипропилен добавляют стабилизаторы – различные химикаты, которые должны сделать наш будущий стаканчик более прочным. Происходит это в агрегате, который называется экструдер, от английского extrusion – выталкивание. В экструдере все компоненты смешиваются и спекаются при температуре 280 градусов. В итоге получаются вот такие длинные пластиковые макаронины. На выходе из экструдера установлена точно такая же вращающаяся головка с 16 острейшими ножами. Они шинкуют эти макаронины на мелкие кусочки, которые и являются полипропиленовыми гранулами. Из этого материала и будет сделан пластиковый стаканчик. Полипропилен физиологически нейтрален, не вызывает аллергии, а максимальная температура его использования плюс 120 градусов. Значит, в посуду из него можно наливать кипяток или обрабатывать ее паром. Это очень практичный материал, а потому спрос на него огромен. Нефтехимический завод штампует эти гранулы по несколько сотен миллионов штук в день, круглые сутки. Все гранулы должны быть строго определенного размера, а потому перед отправкой их потребителям их сортируют. Делают это элементарно, просто просеивают через очень большое сито. Слишком мелкие уходят вниз и отправляются в переработку, а сверху остается то, что надо. Затем на автоматической линии полипропилен расфасовывают. Из приемного бункера гранулы высыпаются в мешок. Автоматика его запечатывает и по конвейерной ленте передает дальше. Мешки с полипропиленом укладываются вот на такие поддоны, упаковываются и разъезжаются отсюда на фабрики одноразовой посуды, которые расположены в самых разных городах нашей страны. Кстати, одного такого поддона как раз хватит, чтобы изготовить стаканчики для населения целого города. Здесь их сотни тысяч штук. Иногда гранулам, прежде чем превратиться в стаканчик, приходится преодолеть путь в несколько тысяч километров. К счастью, материал этот неприхотливый, дорогу переносит легко. Единственное, чего он боится, это холода. При температуре ниже минус 5 градусов полипропилен стремительно начинает терять прочность, становится хрупким. Это хорошо знакомо всем, кто когда-нибудь оставлял пластиковый стаканчик на морозе. Но гранулы, благодаря своей форме, позволяют особенно не заботиться о соблюдении температурного режима при перевозке. К тому же в тепле полипропилен вновь приобретает необходимые физические свойства.
Вы не поверите, но на самом деле область применения самых обыкновенных пластиковых стаканчиков практически безгранична. Вообще в России всегда существовало много умельцев, способных сделать из чего-нибудь ненужное что-нибудь полезное. Но вот целая культура создания произведений искусства из пластиковых стаканчиков, и не только из них, вообще из одноразовой посуды, наоборот, к нам в Россию пришла из Европы. Даже самые модные и дорогие дизайнеры не гнушаются использовать стаканчики для того, чтобы получить вдохновение и создать что-нибудь эдакое. Давайте прямо сейчас на ваших глазах мы сделаем дизайнерскую, дорогую, между прочим, люстру, используя 300 пластиковых стаканчиков и самый обычный степлер. Для этого мы просто скрепляем стаканчики друг с другом. Это очень просто, ничего сложного, может с этим справиться даже ребенок. Вот такая вот у нас получилась красавица-люстра. Сюда только остается вставить лампочку, и получится прекрасный абажур. Кстати, точно такая же дизайнерская люстра буквально месяц назад в Европе ушла с благотворительного аукциона за несколько тысяч долларов. Мы потратили на ее создание не больше 200 рублей. Кстати, можно еще использовать как головной убор. Пенопропиленовые гранулы приходят на фабрику одноразовой посуды вот в таких мешках. Здесь они засыпаются в приемный бункер. На самом деле этот бункер не что иное, как очень большой пылесос. Из него гранулы под действием сжатого воздуха вот по этим трубам перелетают наверх, на линию горячего формования. Сердцем этой линии является уже знакомый нам экструдер. Внутри него гранулы расплавляются так же, как это происходило на нефтехимическом заводе. Только здесь из него выходят не полипропиленовые макаронины, а сплошной бесконечный лист толщиной 2 мм. Обычный пенопропиленовый стаканчик всегда прозрачный. Чтобы сделать его цветным, в гранулы добавляют различную краску. Проще всего получить белый цвет. Для этого в печь, где пенопропилен становится жидким, просто подается толченый мел. Подкрашенный или прозрачный полипропиленовый лист попадает на формовочный пресс. Здесь специальная матрица вытягивает из листа стаканчики необходимой формы, одновременно отрезая их. После чего готовые изделия подают в приемный лоток, а лист сдвигается еще на одну позицию и так до бесконечности. Никакого ручного труда. Нужно только не забывать подсыпать в экструдер новые гранулы. Впрочем, даже это тоже делает автоматика. Готовые стаканчики укладываются в такие стопочки по 10 или 50 штук и отправляются на упаковку. А формовочный лист, из которого они были выдавлены, уходит вот в эту машину. Здесь он мелко нарезается, и получившаяся пластиковая сечка снова отправляется в начало линии, где она опять расплавляется, и с нее опять делается точно такой же лист. Это, пожалуй, главное достоинство в технологии производства стаканчиков. Она абсолютно безотходна. При этом одна такая машина может производить около 2 тонн готовых изделий в день. Учитывая вес одного стаканчика, получается, страшно сказать, почти 1 000 000 штук в сутки. После того, как стаканчики упакованы и даже сложены в коробку, процесс их изготовления все еще не завершен. Дело в том, что свои физико-химические качества они приобретут только через 24 часа, когда произойдет так называемое созревание материала. А до этого момента я бы не советовал вам пить и есть из свежеиспеченной посуды. Впрочем, до того, как эти стаканчики попадут в магазины, в любом случае пройдет больше 24 часов. Зато по истечении этого времени такую посуду можно использовать, когда захотите. Срок ее годности не ограничен. Это, кстати, пожалуй, не столько ее достоинство, сколько недостаток. Стаканчик может пролежать в земле больше 1000 лет. Так что, использовав его, сделайте так, чтобы он действительно стал одноразовым. Не стоит оставлять его нашим потомкам. Наверняка к тому времени они придумают новые технологии и материалы, с помощью которых сами сделают себе такой простой, но такой наукоемкий предмет, как обыкновенный стаканчик.